Сезонная вакцинация в самом разгаре. У гриппа каждый год новый штамм, поэтому состав вакцин к началу сезона обновляют. Врачи советуют прививаться, чтобы избежать болезни или осложнений после нее. В особой группе риска – работники общеобразовательных и медицинских учреждений, а также беременные и люди с хроническими заболеваниями. Группы риска, вот те, кто болеет с какими-то серьезными тяжелыми заболеваниями, они в первую очередь будут страдать от осложнений. Это пневмония, это какие-то заболевания другие, миокардиты могут быть. Поэтому, чтобы не получить этих осложнений, желательно прививаться. И чтобы создать в нашем обществе какой-то вот иммунитет коллективный, чтобы не было распространения гриппа. Взрослые могут бесплатно привиться в мобильных пунктах или в своей поликлинике, а дети – в детских садах и школах. Однако важно помнить, если переболели недавно, от вакцинации стоит воздержаться до полного восстановления.